Всем добрый день! Сейчас готовлю куриную грудку. Я использую две средние куриные грудки. Нам их нужно немного отбить молотком. Для этого нужно накрыть пленкой и отобьем их. Придадим более плоскую форму. Немного посолим и добавлю прованские травы. Добавьте любые ароматные травы. Также немного посолим и добавим ароматные травы. Черного острого перчика. Каждый кусочек куриной грудки нам нужно обсыпать хорошо мукой с двух сторон. На разогретую сковороду я добавляю растительное масло и сливочное масло. И на среднем огне обжариваем куриную грудку по 3,5-4 минуты с каждой стороны до зарумянивания. Убираем огонь меньше среднего, чтобы мясо не подгорало у нас. И готовим еще ориентировочно 3,5-4 минуты. Слегка обжаренную куриную грудку я перекладываю на тарелку. В эту же сковороду я добавляю один зубчик чеснока. Как только услышите аромат чеснока, добавляю сюда каперсы и зерновую горчицу. Выливаю белое вино, воду или бульон. И также сок одного небольшого лайма. Добавляю сюда еще кусочек сливочного масла. Доводим соус до кипения и на медленном огне кипятим его одну минуту. В полученный соус я отправляю курицу. Закрываем крышку и на медленном огне тушим еще 4-5 минут. Когда будете подавать куриную грудку, обязательно сверху полейте вот этим очень вкусным лаймовым соусом. Куриной грудке вы можете подать любой ваш любимый гарнир. Овощной салат, салатные листья. Соус получается невероятно вкусным, и куриная грудка приобретает абсолютно другой вкус. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!